Всем привет! В этом видео вы узнаете обо всех крупных наградах в новой игре от Whoiverse Zenless Zone Zero, а также даты всех наград, как и где их получить. Всем приятного просмотра! Итак, Whoiverse наконец порадовали своей щедростью, ведь новеньких игроков как-то завлекать надо. В своей новой игре Zenless Zone Zero они раздают целых 180 круток своим игрокам. За просто так, делать для этого особо ничего не нужно, кроме как ежедневно заходить в игру. Игра выйдет уже 4 июля, там будет русский язык и долгожданный скип диалогов. Пройдемся по всем наградам. Кстати, расписание всех наград уже опубликовано в моем телеграм-канале, по ссылке в описании. Предрегистрация. Если вы все еще ее не прошли, то настоятельно рекомендую пройти, ведь там выдают аж 20 стандартных круток на почту и персонажа Курин ранга А. Пройти ее вы можете по ссылке в описании. Еще 10 стандартных круток мы получим за ежедневный вход в игру, начиная с 4 июля. Также с 4 июля в еще одном событии входа мы будем получать 10 ивентовых круток в сумме. А еще одно такое событие, где мы тоже получим 10 ивентовых круток за вход, начнется 11 июля. А 24 июля стартует событие, в котором за ежедневный вход мы получим 10 бамбулетов в сумме. Это специальные круточки для баннера Банбу, наши маленькие помощники, которые будут помогать нам в бою. И бессрочные награды за повышение уровня в игре. Здесь по достижению 30 уровня вы в сумме сможете получить 40 стандартных круток, 1600 гемов и 65 бамбулетов. Ну и последнее, промокод на 300 гемов. Он будет доступен к активации, начиная с 4 июля, и будет работать по 11 июля. Промокод уже опубликован в моем телеграме, и там вы его точно не потеряете. Ссылка в описании. Итого, все награды, которые мы получим: 70 стандартных круток, 30 ивентовых и 80 круток для баннера Банбу. Напишите в комментариях, как вам Zenless Zone Zero. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!